Квартира за 130 тысяч рублей в центре города. Если думаете, что это миф, то досмотрите это видео до конца. Я приветствую нынешних и уже будущих специалистов в теме торгов по банкротству. Я Артур, инвестор и успешный ученик Академии торгов. Кто из вас желает приобрести свою собственную квартиру, тем более не в ипотеку? Я думаю, все. На самом деле у вас есть сейчас такая уникальная возможность. Для этого давайте перейдем на сайт Торги России, где у нас продается двухкомнатная квартира, Ивановская область, город Юрьевец. Здесь предоставлены у нас фотографии, но на них обращать внимание мы пока не будем, а обратим внимание на самое главное здесь цена. Смотрите, здесь всего один период. С 8 по 15 апреля с ценой в 130 тысяч рублей. Почему же цена не падает? Где график снижения цены, спросите вы. На самом деле, так решили кредиторы. Смотрите, я позвонил по этой квартире конкурсному управляющему, уточнил у него вот такие вещи. Во-первых, в квартире никто не прописан. Во-вторых, долгов по коммуналке нет. В-третьих, нет никаких, абсолютно никаких обременений. То есть, квартира абсолютно чистая. И это уже хорошо. Еще я уточнил некоторые нюансы по поводу того, что там есть центральное водоснабжение и центральное отопление. То есть, в принципе, все нас устраивает. Давайте перейдем на саму электронную площадку, то есть нажмем на вкладку «Ссылка на лот». Здесь у нас Балтийская электронная площадка. Спустимся ниже и видим один этап с 8 по 15 апреля с ценой 130 тысяч рублей. То есть все верно. Если мы спустимся еще ниже, то увидим здесь прикрепленные документы. Смотрите, фотографии квартиры в скобочках требуют легкого косметического ремонта. Интересно. Давайте откроем этот файл и посмотрим, что это за квартира. То есть на первый взгляд ничего серьезного здесь не вижу. Есть доменная печь. Видимо, раньше, когда здесь не было центрального отопления, топили дровами, но ее можно разобрать, сложности здесь нет. Стоят пластиковые окна, уже плюс. То есть, если, смотрите, обратите внимание, здесь проведены трубы металлопластиковые и не хватает радиаторов. Давайте же сейчас оценим рыночную стоимость такой квартиры. А пока вы думаете о том, сколько же стоит подобная недвижимость, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик для того, чтобы получать оповещения о самых новых и свежих выпусках, которые обязательно заинтересуют вас и покажут абсолютно другой, иной мир заработка. Прежде чем оценить рыночную стоимость данной квартиры, давайте посмотрим на ее месторасположение. Она находится на проспекте Мира, дом 12. Вот у нас этот адрес. Смотрите, здесь, в самом городе, так как он небольшой, в основном двух-трехэтажные дома. Соответственно, рядом есть вся необходимая инфраструктура, то есть все больницы, школы, садики, магазины, аптеки, все это здесь в шаговой доступности. Но что примечательно, это то, что примерно в 20 минутах ходьбы находится набережная с потрясающей красивой рекой Волга. Это на самом деле большой плюс. Давайте же посмотрим на всеми нами знакомом сайте Авито, сколько же стоят аналогичные квартиры. Перейдем в первое объявление. Квартира за 250 тысяч рублей. Судя по фотографиям, если убрать мебель, то будет абсолютно точно такая же квартира, как и у нас. Если мы спустимся в описание, посмотрим, что здесь у нас вода в подвале, ее нужно заводить в квартиру, что является большим минусом. Но рядом есть детские сады, магазины и пляж Волга в 15 минутах ходьбы, о чем я и говорил. Давайте посмотрим второе объявление. Квартира за 500 тысяч рублей. Что же нам тут предлагают? Если мы посмотрим фотографии, то ничего необычного здесь нету. То есть простенький ремонт, опять же, да. Полы здесь не застелены линолеумом, либо ламинатом. То есть такие простенькие обои. Ничего удивительного, интересного здесь нет. Если спустимся в описание, то видим, что квартира очень теплая, стоит железная дверь, окна пластиковые и, самое главное, центральное отопление и водопровод. Видимо, это является большим плюсом и разницей цен на квартиры. То есть, если в нашей квартире есть центральное отопление и водоснабжение, соответственно, наша квартира может стоить 500 тысяч рублей. Смотрите, так как у нас всего лишь один этап снижение, точнее повышение цены, соответственно, мы с вами можем не скупиться и поставить цену в 200 тысяч рублей, чтобы обойти всех конкурентов наверняка. Допустим, купили мы ее за 200 тысяч и вложим 50 тысяч в ремонт, то есть постелим не ламинат, а линолеум,
Поклеим красивые обои, приведем в нормальный вид потолок и поставим радиаторы. Да? То есть помоем, отмоем квартиру, сделаем все красиво, чтобы покупатели приходили, радовались и захотели в ней жить. Соответственно, со всеми вложениями у нас выйдет сумма 250 тысяч рублей. То есть мы помним, что на Авито продается квартира за 500 с центральным водоснабжением, да, с отоплением и более-менее приличным ремонтом. Если мы доведем квартиру до такого состояния или даже лучше, мы можем выставить нашу квартиру за 500 тысяч рублей. Но это если вы хотите растянуть удовольствие. Если вы хотите продать ее быстрее, соответственно, вы можете поставить цену в 400 тысяч и уже заработать свои первые 150 тысяч рублей. А для того, чтобы научиться участвовать в торгах, обязательно запишитесь на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который будет под этим видео, где вы узнаете все тонкости поиска и анализа подобных лотов, и вы научитесь всем хитростям того, как обходить конкурентов на последних этапах и зарабатывать свои первые большие деньги. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Артур. Пока!